Вообще. Ты еще пешком ходил. Все равно зацепился. Вот новенький тоже видел. Вот так. Он? Да. Кири дурак, а ты отспит. А? Что? Что? Новенький. Новенький. Ко мне говорю. Ко мне. Подъем, подъем. Ко мне. Ваши документы. Какие документы, ты дурак? И почему на работе спишь, а? Почему на работе спишь, а? Я не спал. Как не спал? Как не спал? Не спал? По-твоему, мы вдвоем спали и во сне видели, что ты спишь? А, что, нам приснилось, да? Страшный дорогой лейтенант! Давай мы на него рапорт напишем и давай уволим! Отставит! Если мы его уволим, с кем будем тут играться делать? На кого будем резинку натягивать? Пусть стоит! Сверло! Вольно! 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 Что тут делать? А, товарищ старший, дорогой лейтенант, вы сказали больно, вот он и больно лежит. Стоять! Стоять! Стоять, говорю! Стоять, говорю! Правляюсь! Трудись! Сырно! Сырно! Если я сказал вольно, это не говорит о том, что сюда можно перенести купальник и здесь загорать! Так точно! Понял! Больно! Больно! Это значит... Пешком стоять! Отстань! Так точно! Больно это значит... Вот так надо стоять! Понял! Понял! Сырно! Сырно! Там самолет летит или машина едет? Да! Товарищ точный, дорогой лейтенант! Это машина летит. Иди посмотри, с какой скоростью летит. Быстро. Придурок, на радар посмотри. Так точно. Скажи точно. Очень быстро. Свисток, дайте мне. Где мой свисток? Свисток дайте, быстро! Сейчас, дорогой старший лейтенант! Сейчас, дорогой старший лейтенант! Вот здесь!
Что ты мне дал? А это я на наш свисток поменялся, красивый зайчик, да? Ты дурак, а? Так точно. На весь батальон только один свисток у нее поменял на дудку. Так точно, никак нет. Свисток дай сюда. Эй, проснись. Сим-сим. Сим-сим. Откройся. Свисток есть, говорю. Я-я. Чего я-я? Есть. Дай сюда свисток. Быстро! Спит у Ты что это мне дал, а? Это что такое? Свисток. Зубочистка какая-то! Это чукотский свисток. А что? Чукча тоже есть гаишник? А! Однако чукча тоже кушать, да? А как этот свисток свистит? Товарищ дорогой страшный лейтенант, я в любую дырку могу свистнуть. Дайте мне. Да тут дырки нет. Ну, придурок. Дай сюда. Если б тут дырка была, я сам дунул бы. На, сам свисти. И останови вон ту машину. Остановил, слушай. Людей разберись за нарушение. А он ничего не нарушил. Он уже нарушил, когда за руль сел. Так уже, когда за руль сел. Чем ты? Пока он дойдет водитель, состарится. Иди сюда. Сюда иди. Стой здесь, или ты? Так точно! Я быстро бегаю! Ты когда... Ты когда-нибудь просыпаешься, а? Эй, как индюк на дереве? Лейтенант, задержал. Ничего не сказал. Взял деньги, 100 рублей, сказал. На, бери, подави, собака, и да. Дай сюда. Я собака. А ты еще щенок. Товарищ дорогой страшный лейтенант, еще одна машина. Это моя собака. Так, останови. Останавливай. Останови, говорю. Даже не поговоришь, слушай. Спят, усталый гаишник, ГИБДД спит. Ла-л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 а. Задержал, товарищ, дорогой страшный лейтенант. Задержал. Кого задержал? Ну, деньги не взял. Отдал долг. 100 рублей. Он сказал, через час вернет мне 200. Ничего! Я? Ты хоть номер запомнил? Так точно. Боинг 747.
Молодец! Фамилию записал? Так точно! Арнольд Шварценеггер! Молодец! Так точно! Вот так надо работать! Служу тебе! Опять спит! Эй! Слышь! Проснись! Замерзнешь! Придурок! Ха! О! Генерал едет! Где? Вот его машина! Генерал едет! Сейчас так даем! А? Честь отдаю. Кто так честь отдает? Тут что, Гитлер проехал? Ты кто такой, а? Как тебя зовут? Ганс Форман. Немец, что ли? Я-я. Чего я-я? Товарищ дорогой страшный лейтенант, я-я по-немецки это да-да, по-русски. А ты откуда знаешь по-немецки? Дедушка в плену был. Че, у тебя в Германии родственники живут, да? Я-я. Застегнись, а то замерзнешь. Застегнись. Вот так вот. А это... Убери, убери это, убери. Убери, Гитлер капут. О, товарищ дорогой страшный лейтенант, еще одна машина едет. А гиди, что ты стоишь? Разберись. Слушай, у тебя, значит, в Германии родственники есть, да? Я-я. Говорят, там все очень дешево, да? Я-я. Ты знаешь, я давно хотел побыть в Германии, но я тебе по секрету один вещь скажу. Ты только никому не говори, хорошо? Я воль, мой фюрер. Моя фамилия Штирлиц. Спасибо, спасибо. Спасибо, не надо. Спасибо. А моя... Бабушка, родная сестра Мюллера. Все, 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 спасибо. Обсти, обсти. Я давно хотел на свою родину поехать. Поможешь? Я-я. Да, ты. Молодец. Только это между нами. Я-я. Понял, да? Никому ничего не говори. На. Пиво попьешь. Товарищ дорогой спрашивай лейтенант, вот задержал. Зачем такую красивую девочку задержал? Эта красивая девушка есть преступник. Прав нет, ремень нет, ручник нет, руль нет. Руль нет? Совсем не долари. Руль нет? А еще она пьяная. Пьяная, говоришь? Пьяный водитель — это самый лучший водитель. Ну что, красавица, оформляться будем или как? Ну и сколько это ваше или как стоит? Ну, недорого. Жене сапоги надо купить. А мне вот сюда эти золотой зуб. И вам тоже, дорогой страшный лейтенант. И чё, мент, оборзел, что там чирикаешь? Сейчас я тебе оставшиеся фиксы через одно место выдавлю. Кто сказал? По-моему, ругается. Вы чё, менты? Да я до зоны чалилась. От звонка до звонка, да я только недавно откинулась. Мне на зоне
Охранники педикюр делали каждый день. А вы мне, ты, желудок в штанах. И ты, сапог с ушами. Будете мне, Дуньке, бриллиант, говорить, как мне ездить? Да я вам сейчас... Стоять! Руки на капот! Все! Ла-ла-ла, Августин, Августин, Августин! Спи! Боги! Бегите! Телефон! Ты че, мент? Успокойся, не дергайся. Это телефон. Да я сейчас пахану, отзвоню, вам бабки привезу. Зачем, мент, твоя бабушка нужна? Бабки это деньги. Тогда звони побыстрее. Давай. Алло, папуль. Да тут с тобой опять менты побазарить хотят. Ага, сейчас даю, на. Алло. Что? Кто? Понял, товарищ крутой. Товарищ крутой. Болван! Так точно! Дурак! Так точно! Это тоже я? А? Так точно! Так точно! А? Разрешите вас пролезть до дома. Это проводите. Валяйте. А это что за пень с ушами стоит? Он чуть-чуть устал. Эй, проснись. Храпит, что ли? Конкретно заснул. Все. Копать надо. Лопата надо. Зачем лопата? Корни пустил. Как его сдвинуть с места, а? Успокойся, ментяра. Копать не надо. Я его на буксир возьму. О.